без весел. Отходим, бля. Сейчас ну, нас... заводи, а только не сейчас. И чё, прогревать не надо сейчас? Так, где ты тут? Подожди. Куда нам тут? Чё нам надо? Какой-то... Так, а на чё ж тут дёргать? Нет, я знаю, я его уже открыл. А тут, короче, ещё какая-то должна быть хернёшка. Или как? А, вот так. Все, понял. Где-то она. Да ё-моё. Во! Посадили. Так, что, запускаем? Ну? Так, чеку. Может, ты мало накачал? А? Хуя не слышу. А, нет, забыл. Может, из-за него? Ага. Короче, из-за подсоса не завелось. Наверное, надо вытянуть чуть-чуть. А, он так и будет гудеть? Устойчиво или нет? Так, вода хуярит. Покажи, покажи. Так, включить навигацию, замерить сколько км. Набирает он это обороты. Что думаешь? Можно уже? Все, на глиссере.
холодно, Кирилл. Давай, поехали. Ну? Километр 800, 900. 35 в час ехали. А тот раз 33 было. Но это против течения мы шли. Это наши, что ли, волны? Заметно это как-то это по-другому управление. Ну, против течения по-другому ощущается управление.